Здравствуйте, друзья! Как-то так сложилось, что до этого времени я обходил своим вниманием продукцию от Глидопта. А между тем у них много интересных устройств, в частности для организации умного освещения. Начиная с этого обзора, я буду восполнять этот пробел и начну с контроллера для управления LED-лентами Глидопта GLC007 на 4 канала управления. Красный, зеленый, синий и белый. И два отдельных светильника, цветной и белый. Модель Глидопта GLC007, тип RGBV LED контроллер на 2 ID, интерфейс ZigBee 3.0, рабочее напряжение 12-24 вольта, максимальный ток до 6 ампер на канал, суммарно до 15 ампер, диапазон рабочих температур от минус 20 до 60 градусов Цельсия, уровень защиты IP20, размер 23,5 на 48 на 89 мм. Поставляется устройство в аккуратной черно-белой коробке с названием бренда и модели устройства. На задней стороне указаны параметры, которые я только что проговорил. В комплекте поставки нашелся сам контроллер, небольшая инструкция на английском и небольшой кусок двустороннего скотча для крепления устройства на поверхности. Хотя в большинстве случаев инструкции особенно не нужны, так как все более-менее стандартно. Лично для меня она пригодилась, так как я ранее не имел дела с контроллерами от этого производителя. В частности, мне понадобился способ сброса контроллера в заводские. Для этого нужно 5 раз его включить-выключить, после чего нужно дождаться 4 миганий. Тут даже временной график изображен. Еще один момент. Мигать будет не светодиод устройства, а подключенный к нему светильник. Контроллер имеет прямоугольную форму, с одной из узких сторон которого находятся разъемы для входного напряжения 12-24 вольта, с другой каналы управления LED-светильником. На устройстве еще раз продублированы его технические параметры и номер модели. Контактов для светильника 5, общий плюс и отдельно красный, синий, зеленый и белый. Причем в данной версии цветной и белый светильники разнесены логически. Сзади ничего интересного нет, тут нашлась только наклейка прохождения контроля качества. С другой стороны, разъемы для подключения внешнего блока питания. Для таких контроллеров их нужно приобретать отдельно. Причем тут есть два варианта подключения. Первый рассчитаны на блок питания с круглым разъемом, такие часто встречаются на 12-вольтовых блоках питания. Второй просто под подключение двух проводов. У меня нашелся блок питания под первый вариант с круглым разъемом. Его мощность нужно рассчитывать исходя из мощности подключаемого светильника, не более 6 ампер на канал и 15 ампер общий. А эта лента поможет мне в тестировании. Тут как раз 4 канала управления, 3 цветные и 1 белый. Для этого на ленте установлено два типа светодиодов, RGB и белые. Крепление проводов происходит при помощи зажимов. Отверткой с фронтальной стороны контроллера нужно нажать на него, потом засунуть провод и отпустить зажим. Все быстро и удобно. Для жесткости крепления хорошо оконечить провода при помощи вот таких обжимных гильз, но можно обойтись и без них. На этом этапе важно подключить цвета светильника в нужном порядке к контроллеру, иначе цвет свечения не будет соответствовать желаемому. Так выглядит сброс контроллера в заводские. Выключаем-включаем 5 раз. Если все сделано правильно, лента мигнет 4 раза. Начнем с ZigBee MQTT. На момент теста у меня установлена версия 1.22.2, прошивка от 17 декабря 2021 года, координатор USB SANOV CC2652P. Запускаем режим сопряжения. Ждем, пока устройство пройдет интервью. Готово. Поддержка тут штатная, внешних конвертеров не требуется. Вот что значит 2 ID. Тут раздельное управление цветным и белым каналом. Два светильника в одном. Устройство является роутером. Включаем только белые диоды. Отдельное управление яркостью. Цветовой температуры тут нет, для этого нужен RGB плюс CCT контроллер и 5 каналов управления.
а это управление цветным светильником. Тут тоже имеется своя шкала яркости. Корректность подключения каналов светильника можно оценить по соответствию реального цвета выбранному. Если у вас при выборе красного лента светит зеленым, то очевидно они перепутаны. У меня изначально, кстати, так и перепуталось, просто поменял местами два провода. Для цветной ленты есть и режимы белого свечения от холодного до теплого. Но нужно понимать, что это свечение отличается от того, что дают реально белые светодиоды. Холодный тут явно уходит в синеву, а теплый сильно желтит. Вот для сравнения с белыми светодиодами. Такой контроллер можно использовать и для физически разных устройств, например, RGB-ленты и белых точечных светильников. Это даст возможность организовать цветную атмосферную подсветку в одном месте и рабочее освещение в другом. С точки зрения системы управления умным домом, это будут две разных сущности, но обязательно помним о граничных токах нагрузки. Тут есть настройки поведения после восстановления состояния, но фактически они не работают. Выдается сообщение об ошибке. Это минус. Если пропадет питание, то после его восстановления светильник включается. При этом состояние в системе управления не меняется. Тут отображается, что обе сущности выключены. Причем даже обновление не помогает. Надо как-то отслеживать факт отключения и восстановления питания. Вот так устройство пробрасывается в Home Assistant. Две сущности, обе Light. Цветной светильник. Здесь управление цветом свечения. А здесь режим белого свечения с управляемой цветовой температурой. Белый светильник. Тут только управление яркостью. Имеется еще пара скрытых по умолчанию сенсоров, последний отклик от устройства и уровень качества связи. При желании их можно активировать. SLS-шлюз поддерживает эту версию контроллера на 2ID в прошивках не старше 11 января 2022 года. Подключение стандартное. Номер конвертера для героя обзора 159. Определяет как роутер. Управление состояниями цветного и белого светильника. Отдельное спасибо автору прошивки Григорию за оперативное добавление поддержки контроллера. В целом неплохой и довольно удобный контроллер, причем с возможностью раздельного управления белым и цветным светильником. Это дает возможность подключать даже физически разные LED-ленты или светильники.
Минусом стоит отнести то, что на данный момент не реализовано управление поведением контроллера после восстановления питания. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще телеграм-канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы, упомянутые в видео, а также мои проекты, посвященные умному дому, телеграм-канал, каталог устройств и форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч!